Итак, всем привет! Здравствуйте! Рада вас всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Меня зовут Воронова Олеся. Сегодня я с вами поделюсь, да, о том, как все успевать и как использовать такой инструмент, как чек-лист. Давайте проверим связь, как меня видно, как меня слышно. Поставьте плюсики, пожалуйста. Угу, отлично, спасибо. Итак, что же, да, что же такое, как же нам все успевать и вообще, что, с чего начинать? Сейчас я вам об этом всем расскажу, с чего начинать. Итак, да, вы зарегистрировались, что же первое нужно сделать? Нужно поставить цель, да, то есть конкретную цель, чего мы хотим достичь, да, в нашем бизнесе. Цель должна быть конкретна, да, то есть она должна иметь запах, форму, размер, да, то есть мы должны ее представить, видеть, ощущать. Допустим, если я поставила цель стать бриллиантовым, да, директором, то есть я себя представляю на сцене, в каком я буду платье, какая у меня будет прическа, как я буду держать чек, да, то есть я все-все представляю, да, то есть она должна быть реальна, то есть это, она должна достижима, да, быть, должна быть ограничена во времени. Да, то есть в какой период, в какое время я этого добьюсь, да, то есть когда я эту цель выполню, да, и она должна формулироваться в утвердительной форме, да, то есть там не должно быть частицы «не». Ну да, то есть я хочу машину, да, то есть я буду это делать, да, то есть я буду, то есть мы уже как будто уже представляем то, что мы это имеем, да, то есть у меня есть машина, да, такая, какая она? Такая-то, то есть она у меня черная или белая, да, то есть мы все это уже представляем, видим, и мы это все реализуем, да, планируем, да, вот, мы представили, у нас есть цель, теперь нам нужно спланировать действия, как, ну, что и как мы будем достигать, да, то есть мы строим свои планы. Планы у нас есть долгосрочные, да, среднесрочные, и краткосрочные. Долгосрочные планы, да, это у нас планы на год. То есть мы с вами представляем, да, то есть как мы будем достигать, и уже ставим себе планы, да, то есть как на год, да. Среднесрочные, то есть мы это уже на полгода. И краткосрочные, да, то есть это план у нас на каталог, на неделю, да, на день. Угу. Ну вот, у нас как бы уже мы все с вами представили цель, представили, да, то есть как мы ее будем достигать, то есть мы уже создали планы, а теперь осталось найти время, да, то есть все это реализовывать, как нам это все делать. Итак, да, у нас есть три вида времени. Это время эффективное, поддерживающее, это время, которое, да, и пустое. Эффективное время – это как раз то время, которые мы затрачиваем на то, чтобы приблизиться к цели. Да? А поддерживающее время – это то время, которое тратится на то, без чего мы не можем обойтись. Да? То есть это прогулки, покушать, да, нам нужно на это тоже время, да? Поспать. Это все поддерживающее время и пустое время. Как вы думаете, что относится к пустому времени? Напишите, пожалуйста, в чатах. Угу. Телевизор, пустое блуждение в интернете, просмотр ТВ. Да, и с вами полностью согласна, да, то есть это то время, без которого как бы мы можем обойтись, да, то есть это время затратить на более полезные вещи. Да, пустая болтовня по телефону. Итак, смотрите, да, то есть если распланировать свое время, то старайтесь его планировать как? Для начала мы с вами, да, распланируем эффективное время, то есть то время, которое мы будем тратить на, на реализацию своей цели, да, то есть это время на рекрутирование, на сопровождение, да, то есть это время для обучения. И уже потом уже поддерживающее время, это то время, которое мы тратим на то, чтобы существовать, да, то есть нам нужно ходить по магазинам, чтобы красиво одеваться, да, то есть видеться со своими друзьями.
Какие инструменты нам нужно с вами использовать для того, чтобы научиться планировать, да, чтобы все успевать? Это ежедневник, планер, график активности и чек-лист. Итак, ежедневник. Да, я хочу на нем акцентировать внимание. Ежедневник, да, то есть смотрите, у каждого успешного человека должен быть свой ежедневник. И что же, сейчас, секундочку. У меня сегодня маленький помощник. Итак, смотрите, ежедневник. Как веду ежедневник, допустим, я, да? Я свой ежедневник распланировала таким образом. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, у меня ребенок, да, маленький, и он спит два раза в день. Я решила то, что у меня будет, значит, первое время, да, которое я буду планировать, это до первого сна, второе это до второго сна, да, с первого, после первого, и уже третий блок, да, то есть это время, которое после второго сна. В первое, да, утреннее время, да, ну, это утренние ритуалы, да, то есть что мы делаем с ребенком, домашние дела какие-либо, и потом, когда уже ребенок ложится спать, ну, это приблизительно, да, то есть в определенное время ложится спать, я занимаюсь рекрутингом, да, а потом начинается второй блок, да, времени после первого сна. А что я делаю в это время? В это время я уже договариваюсь о встречах со своими знакомыми, близкими, как раз занимаюсь, да, то есть рекрутингом офлайн, то есть общаюсь с ними, также, ну, как бы это все делаю со своим ребенком, да, то есть встречаюсь с такими же мамочками, даже не мамочками, просто со своими знакомыми, мы вместе гуляем или ходим куда-нибудь, да, просто приглашаю домой. И уже в это время, как бы, я и рекрутирую, ну, и также провожу время со своим ребенком, как бы, и со своими знакомыми. Во время второго сна, да, то есть когда у меня уже ребенок спит второй раз, я уже также начинаю заниматься рекрутированием уже онлайн, да, то есть через социальные сети, то есть либо в Одноклассниках, либо ВКонтакте. И уже после второго сна это уже полностью домашние дела, да, то есть я уже с мужем, с ребенком, мы занимаемся домашними делами. Когда ребенок ложится спать, у нас уже начинается также время опять рабочее, да, когда ребенок спит. Мама работает. Кстати, вот хотела сказать, смотрю вебинары тоже, да, то есть занимаюсь какими-либо домашними делами. Старайтесь, да, при ведении ежедневника. Хочу сказать замечание такое, не старайтесь писать какое-то там определенное время, допустим, там в 9:00 позвонить там кому-то знакомому, да, то есть, или там в 10:30 пойти... пойти там в магазин, да, то есть какие-то определенные четкие действия по времени старайтесь не ставить. Скорее всего, вы их соблюдать не можете, да, и просто вам это все надоест. И вот, поэтому старательно, да, то есть у меня, допустим, пока с 10 до 11 где-то приблизительно мой ребенок спит, да, я пишу рекрутинг, то есть он может спать как 10 минут, так и как 10 минут, так и час. Всегда по-разному, да, то есть, и поэтому вот в это время мы занимаемся уже рекрутингом, да, то есть, сейчас, секундочку. Следующее, да, это планер. С помощью планера мы уже свои планы распределяем, то есть, на год, да, то есть, какой каталог, что мы будем делать, как мы будем чего достигать. Следующее, да, это график активности. Кто не знаком с графиком активности, попросите у своих наставников, они вам его спокойно предоставят, да, с радостью, с помощью графика активности, да, то есть вы уже будете знать, когда у вас какое мероприятие, то есть вам будет легче с помощью него планировать любое мероприятие, то есть вы уже по нему можете видеть, да, когда у нас вебинары проходят, и уже скорректировать свое время для просмотра каких-либо вебинаров, да. Вебинары у нас проходят в 12, в 19:30, в 20 и в 21. В это время, да, то есть вы уже можете скорректировать, допустим, заниматься либо домашними делами, либо там посидеть дома, да, с ребенком, с мужем и просмотреть вебинар. Как раз и сами обучаетесь и хорошо время проводите со своей семьей. Также, да, хочу рассказать вам также про чек-лист.
для чего чек-лист нам создан, да, и зачем он нужен. А что такое вообще чек-лист? Да, это список каких-либо действий, которые необходимо выполнить, да, для какой-либо работы, да. Либо это список каких-то вещей, которые необходимо, нельзя забывать, да. То есть чек-лист также называют контрольный список. То есть это список, содержащий ряд запланированных действий, да, проверок, которые необходимы для выполнения какой-либо работы. То есть, помечая пункты в чек-листе, да, мы можем сказать о состоянии проделанной работы. А с помощью, да, чек-листа, вообще смысл чек-листа, это для того, чтобы не допустить ошибки, чтобы ничего не забыть. То есть, чтобы у вас не было неразберихи в голове, да, то есть пусть вся рутина, да, которая у вас задержится в голове, она у вас будет на чек-листе, да, то есть, смотря на чек-лист, вы будете все запоминать. Какой же чек-лист, да, как он выглядит, сейчас вы увидите. Вот, это чек-лист, да, он на один каталог используется. И смотрите, да, то есть, и он состоит из таких пунктов, как посетил парад успеха, да, сейчас мы посещаем бизнес-завтрак. Он у нас проходит каждое воскресенье, посетить, придя на встречу, да, то есть, либо онлайн. Когда мы посещаем парад успеха, да, то есть бизнес-завтрак, мы получаем, да, много-много положительных эмоций. Мы видим результаты людей, да, то есть мы делимся своим, вот, да, то есть потом нужно, необходимо, да, следующий пункт – это анализ бизнеса, то есть или составить как план на каталог, да. Это все вы можете увидеть в видеозаписи Лива, как это все сделать. Там все подробно написано, то есть спокойно вы можете взять и посмотреть это все. Также оформить личный заказ. Нужно его оформлять в первые 3 дня каталога. Почему именно в первые 3 дня? Вы это все оформляете, и потом уже до конца каталога как бы не думаете о том, что нужно сделать заказ, да, то есть вы оставляете это все, да, то есть первые 3 дня сделали заказ, и все. Следующее. Провести планерку с ключевой командой. Ваши наставники для активных партнеров проводят планерки, да. Кто-то проводит 1 раз в неделю, кто-то 2 раза в неделю, а кто-то и каждый день. Посещать планерки очень важно, да, потому что с помощью них, ну, он позволяет, эти планерки позволяют расти намного-намного быстрее. А также, да, обзвон рассылок по электронной почте, мотивация, ну, на заказ, да. Это мы тоже делаем либо в первые 2 дня каталога, да, и в последний день. Еще раз напоминаем всем, да, людям о том, какие акции у нас в этом каталоге, какие будут в следующем каталоге. Следующее – это рекрутирование, да? Рекрутирование как онлайн, так и офлайн. Старайтесь тоже себе ставить план, как рекрутировать. Допустим, если это офлайн, да, то есть среди своих знакомых. Поставьте себе задачу делать 5 презентаций своим знакомым сегодня, да, то есть и каждый день ее выполняете. Если это рекрутирование онлайн, поставьте себе цель, допустим, да, раскидать там 300 сообщений по группам, либо там добавить какое-то количество определенных друзей, там, допустим, 100, да, и выполняя каждое это из действий, каждый день, вы себе тоже так же ставите, да, галочку о том, что я это выполнил. Также, да, еще один пункт – это посещение всех вебинаров и мероприятий. Мы посещаем, как бы, вебинары, да, и мероприятия. Что я делаю здесь? Здесь мы, когда посещаем вебинары, я пишу количество, которое есть. А если это 3, то я пишу 3. Если 4, то это будет 4. Да? И то есть каждый день я пишу, какое количество вебинаров или мероприятий я сегодня посмотрела, прошла. А чем же помогает мне чек-лист? Это самодисциплина, да. То есть вообще рекомендую распечатать лист и повесить его на видное место. И каждый раз, когда вы будете проходить и видеть его, вы будете вспоминать, ага, я сегодня это не сделал, или мне нужно будет так сегодня или завтра сделать то или иное, ну, да, вещь, да, то есть задачу выполнить. И когда вы это все проводите, да, постепенно, это очень самодисциплинирует вас.
Если у вас тоже нет результата, да, посмотрите на свой чек-лист, посмотрите, где именно вам нужно доработать, где нужно еще больше и больше работать, да, вам. Обязательно посмотрите на это. Какие вообще преимущества чек-листа? Это структурированная информация в голове и на бумаге. То есть при записывании необходимых действий, да, то есть вы можете для себя какие-то записывать действия, да, четко вырисовывается нужная последовательность задач. То есть что, зачем идет? Повышение скорости обучения новичков. То есть не нужно повторять постоянно какие-то либо операции, да. То есть вы будете все помнить. То есть, что я сделал, что не сделал для этого человека, да, для новичка какого-то, а потом, да, высокий результат, уменьшение ошибок, да, то есть вы ничего не забудете, вы будете помнить, что сделали, как сделали, да. И, конечно же, это экономия рабочего времени. Значительно меньше времени тратится на переделывание задач, потому что мы делаем изначально все быстро и качественно. А что же сейчас необходимо сделать вам, да? Для начала, да, поставьте цели. То есть еще раз посмотрите. Если у вас все-таки сложность с постановлением цели, да, позвоните к своему наставнику, он вам поможет, да. Есть несколько правил, как ставить свои цели, да, как их вырисовывать, как вы их представлять. Возможно, вам нужно будет сделать коллаж, да, то есть приклеить, да, вот все, что вы хотите на листок бумаги, и вам будет так проще, да. Написать планы с датой выполнения. Также этот вы можете попросить своего наставника, да, то есть чтобы он вам помог. На каждый каталог, да, то есть на каждый день. Завести ежедневник, да, то есть чтобы сами себя контролировали, чтобы вы видели, что вам необходимо сделать. Взять работу, чек-лист и график активности. Попросите своих наставников, чтобы они вам прислали, да, его, и начинайте с помощью него также как бы работать. И уже сегодня как бы начинайте работать по ним. Эти инструменты облегчат вам работу и быстро доведут до результата, которого вы хотите достигнуть. Надеюсь, вам был полезен наш мой сегодняшний вебинар. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам. Если у вас есть вопросы, пишите в чате. Все, спасибо вам большое, всего доброго.